А давай я к тебе приеду. Вместе жить будем. Вместе? Не, я тебе быстро надоем, я в быту дикий зануда. А я потерплю. Лишь бы каждую ночь. Так. Знаешь, детка, я тебе давно хотел сказать. Я женат. Это моя жена вернулась с командировки. Ты женат? Да. Потом, пожалуйста, одевайся быстрее. Она у меня дико ревнивая и агрессивная. Ты козел. Ага. Я в курсе. Любимая, ты вернулась. Я так соскучился. Ну что, ушла? Ага. Спасибо ему, Васильевна. Извини за этот спектакль. Ничего, Ванечка, всегда рада помочь. Вот за это я тебя люблю и уважаю с самого детства. Ванечка, всему хорошему приходит конец. Я у тебя больше не работаю. На. Как не работаешь? Этого не может быть. Я ведь без тебя как без рук, Эмма Васильевна. Потому что я забираю Эмму Васильевну к себе. Привет, сын. Эмма Васильевна теперь будет работать только у меня. Ой, Игорь Петрович, вещи заберу и подожду вас в машине. Хорошо. Не понял. Ну, милый мой, я понимаю. Если ты с детства привык, что у тебя всегда вкусный обед на столе, рубашки постираны, поглажены, сложно представить другую жизнь. Ну, старичок, все мы не молодеем. Эмме Васильевне просто тяжело ухаживать за двумя домами на одну зарплату. Я понимаю, я не маленький, но почему именно сейчас? Чаю налишь, отцу? Угу. Штанишки только надену. Ой, блин. Не, Маруся, я тебя просто поражаюсь. Вроде в людях разбираешься, а мужа себе так найти не можешь. А ведь муж, между прочим, решение многих проблем. Особенно квартирных и бытовых. Вер, ну я же за человека хочу выйти замуж, а не за квартиру. Ну где же его взять? Ты не особо-то и чешешься. Вон, хозяйка твоя. 55 замуж выскочил за норвежца. В Осло переезжает. А? Учись. Это, я понимаю, мотивация в действии. Ну, одно дело мотивация, совершенно другое отсутствие кандидатов. Ну, где я буду знакомиться, если я почти все время на работе? Марусь, тут главное целью задаться, понимаешь? Да, понимаю. Вот я задалась целью найти квартиру. Подешевле и поближе к работе, чтобы не ездить по ночам. Зачем я все деньги в эту книгу вложила? В продаже провалилась, денег теперь нет. Помоги, Верунь. Мерси. Знаешь, Ванечка, честно говоря, меня пугает твой образ жизни. Вот, пап, давай не будем, а? Давай не будем перебивать старших. Тебе самому не надоело? Все эти пьянки, гулянки, девицы. Живешь бездарно, бессмысленно, абсолютно непосредством. У тебя же все в кредит. Квартира в кредит. Машина в кредит. Обстановка в кредит. Кофеварка наверняка в кредит. Кофеварку — это на свои деньги. Пап, ты зачем приехал? Чтобы мне все это рассказать, я и так знаю. Что это? Витамины. А, ну да, молодая жена, понимаю. Помолчи, а. Ты к Климовым давно заезжал? Ну, я тут просто заехал. Сонька выросла, такая красивая стала. Папа, это ты поэтому у меня ему забираешь, да? Хочешь, чтобы я на Соне женился? Так, ладно, спасибо за чай.
Я через неделю приеду, посмотрю, что здесь живет и как ты справляешься без Эммы. Yes, sir. Буду готов. Денег дать? Не надо. Ну ладно. Не провожай, я закрою. Пора выдавать тебя замуж. Надо уже начинать свое семейное гнездо ведь, понимаешь? Да. Слушай, ты же говорила, к вам на кафедру пришел такой красавчик. Он тебе еще понравился. Кирилл, кажется. Забудь об этом, Вера. А что такое? Молод, холост, с квартирой. Чем не кандидат? Давай будем реалистками. Кирилл слишком хорош для меня. Он на меня даже не смотрит, понимаешь? На диету, что ли, сесть? Марусь, тут дело не в диете, а в твоей голове. До тех пор, пока ты сама себе не дашь шанс быть счастливой, ничего не изменится. Так, все. Я назначаю себя твоим личным психологом. Будем тебя лечить. А ты не забыла, что из нас двоих кандидат психологических наук вообще-то я? Угу. А ты двух курсов не закончила. Правильно, почему? Потому что удачно вышла замуж. Марусь, ты, конечно, можешь и прекрасный теоретик семейных отношений. Зато я... Самое, что ни на есть, практик. Ты фантазерка, Вер. Скажи мне, пожалуйста, как мы сейчас все вот это понесем? Вот у меня тоже вопрос. Был бы муж, он бы все это тащил. А пока на безрыбье и подруга-грузчик. Я на этом фастфуде долго не выдержу. Научись готовить. Издеваешься? Что, забыл, какие я шашлыки у тебя на даче приготовил? Ха. Ну, тогда найми новую домработницу. Mm-hmm. Очень странно. И на какие шиши? Или так, Сэм, я даже тебе должен. Ну, тогда женись. Во-первых, систематизация расходов. Во-вторых, три в одном. Борщ, уборка и постель. Миш, вот ты умный парень. А несешь такую фигню? Тогда сам что-нибудь придумай. Слушай, а может мне жильца подселить? Да, денег нет, а еще лучше жиличку. Пусть готовит и убирает. Точняк. Сдам бесплатно комнату барышне с формами. Без высшего образования. В обмен на домашний уют и готовку. Ты чего, прикалываешься? Нет, я серьезно. Вот увидишь, попрут. Ну а какая мне домовиха нужна? Нужно, чтобы она умела готовить, мозг мне не выносила и планы на меня не строила. А на толстушку я сам не клюну. Ну ты даешь. Главное, интим не предлагаю. Чокнутый. Я в курсе. Не знаю, Вер. Да все уже посмотрела. Или от работы далеко, или дорого. А проще на кафедре ночевать. Добрый день, дама. Здрасте. Да, Кирилл. Хорошо, я перезвоню. Да, попробую. Добрый день, Кирилл Олегович. Хотела узнать, читали ли вы новую статью академика Лернера? Нет, пока не успела ознакомиться. Нет? Хотите, я вам дам журнал? Да, буду вам очень признателен. Сейчас. Пожалуйста. Спасибо вам большое, Марусь. Правда, не знаю, как сказать. Я вас слушаю, Кирилл Олегович. Мне действительно очень неловко. Дело в том, что у меня бабушка заболела. Я в субботу ей обещал отвезти лекарства, а у меня лекции. Как назло. В чем проблема? Я вас подменю. Маруся. Да. Вы мой ангел-хранитель.
Все, дамы, побежал на семинар. Что-то не так? Не хотелось бы Марусе рассеивать ваши романтические иллюзии, но эта его бабушка учится у нас на 5-м курсе. Вы наверняка ее видели. Такая брюнетка с достопримечательностями 4-го размера. Я не понимаю, о чем вы, Нелли Эдуардовна. Да что ж тут непонятного? Кирилл Олегович у нас знатный Дон Жуан. Бабник. Боюсь, что вы ошибаетесь. Кирилл, он не такой, он 4-го размера. Это Кольцова, что ли? Да. Не вижу дальше своего носа. Не расстраивайтесь, деточка. Поверьте женщине, которая прожила увлекательнейшую, полную романов жизнь. Все они такие. Вера, может, не надо? Психологический портрет объекта – наше все. Выявим его слабые места, и он наш. Жена, в нашем доме есть что-нибудь пожрать? Пожрать? Нет, а вот еда готовится. Угу. Сень. Сеня, я позову. Я в этой семье не женщина, а кухонный комбайн какой-то. Комбайн не ворчит. Именно. Ну. Мам, скажи, что это мой планшет. Я тоже хочу. Так, ну-ка марш отсюда. И не мешайтесь нам. Опять психолога включила, да? Я его не выключала. Между прочим, Сеня во мне всегда был потенциал. Маруся, держись. Нет, ну ты видела? Вообще никакой веры в меня. Так, ладно, приступим давай. Так. Что больше всего любит Кирилл? Красивых студенток. Маруся, серьезно. Абсолютно серьезно, я тоже. К сожалению, это так. Так, отставить пессимизм. У меня вон уже готов целый план по завоеванию Кирилла. Лучше бы у тебя был готов план по снятию мне квартиры. Подожди-ка, смотри. Сдам бесплатно комнату барышни с формами, без высшего образования, в обмен на уют, на домашний уют и вкусную готовку. Интим не предлагаю. В районе университета. Если маньяк какой-то. Нормально бы такой точно не написал. Вер, ну я 18 лет по съемным квартирам и общагам. Я знаешь, сколько маньяков перевидала? Одним больше, одним меньше. Не страшно. Зато бесплатно. Это работа пешком. Так. Подожди, ну вот он же ищет соседку без высшего образования. М? Вер, я тебя умоляю, образование не грудь. Его и спрятать можно. Да, слушаю. Чего? По какому еще объявлению? Фрик-шоу не заказывали. Карты мне сказали, судьба нам вместе под одной крышей жить. Немедленно уходите, а то вызову полицию. Соседку заказывали? Да дурацкая идея была с этим объявлением. Чё ты ржёшь? Я столько фриков насмотрелся. Вот, пожалуйста, еще один пришел. Сейчас я его провожу куда подальше и перезвоню. Здрасте. Проходите. Добрый день. Добрый.
По поводу комнаты. Я, наверное, адресом ошиблась. Нет, 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 все верно. Проходите. Я помогу. Ничего себе. Проходите на кухню. Так, значит, пирожковой работаете. Это здорово. Знаете, Маруся, вы мне нравитесь. Давайте попробуем пожить вместе. Ой. Вы знаете, я так рада. Вы мне тоже сразу понравились. Какого-то артиста мне напомнили. Подождите, вы помните, я в объявлении писал по поводу интима? Интим не предлагаю? Угу. Ой, не переживайте, пожалуйста, вы совершенно не в моем вкусе. Почему это? Ну как, по вам же сразу видно, что вы мачо, закоренелый холостяк. Я подозреваю, что в результате нехватки родительского внимания у вас разрушено классическое восприятие семьи. В общем, с вами хорошо дружить, настроить серьезные отношения. Ничего себе детальный психоанализ. У вас там в Пирожковой что, все такие умные? Да. У нас там телевизор висит. И мы, когда пироги лепим, мы этот телек смотрим. А там ток-шоу целый день идут, идут. Вот вчера было, значит, девушка говорит своему бывшему: ну, как бы от тебя очень много проблем в отношениях, и ты для меня слишком хорош. Ну, в общем, как бы сама не знаю, что хочет, понимаете, да? Да, это многое объясняет. Я так понял, любите психологию. Ой, очень люблю. Вы знаете, я даже хотела поступать на психолога, ну, чтобы учиться, но не вышло. А когда я могу переехать? Да хоть сейчас. Это еще раз доказывает, что я прекрасно справляюсь и без отца. И без его помощи, и без женитьбы. Иван Игоревич, вам просили передать проект. Спасибо. Новенька, я вас здесь раньше не видел, а то бы точно запомнил. Да, сегодня первый день. Иван. Алена. А я Миша. Может быть, поужинаем как-нибудь? Не знаю. Я подумаю. Все-таки это несправедливо. Почему мы, средний класс, должны что-то все время доказывать? А на вас, красавчики, девчонки сами вешаются. Не, это еще не вешалось. Да? Угу. Зато как смотрел. Конечно, ты можешь любую загипнотизировать. Да нет, не любую. Вот, допустим, я не во вкусе своей домовихи Маруси. А, Маруси, которая пироги испекла? Угу. Вкусные? Да, огонь. А она симпатичная? Ну, я так скажу, не моя весовая категория. Хотя, ты знаешь, тебе, возможно, понравится. Приходи ко мне сегодня на вечеринку в честь Алены, и я вас познакомлю. В честь Алены? Да. Ты думаешь, она придет? Уверен. Не будь я Иван Савицкий. И все успеешь подготовить? Я нет. А вот Маруся. Маруся, я смотрю, у вас тоже завал. Не то слово. Ах, как жаль. Я как раз хотел вас попросить, но вижу, что это совершенно неудобно. О чем речь? У мамули сегодня день рождения, а у меня курсовых столько накопилось, не успеваю проверить. Вот я подумал, вы же такая умница, может быть, вы, я, мы вместе... Одну минутку. Да-да-да-да-да. Одну минутку, прошу прощения. А, Иван... Да-да-да. Вечеринка? У нас дома? Сегодня. Хорошо. Продуктов, пожалуйста, купи. Да, до встречи. Ну вот. Мы только что спутали все планы. Все нормально, я понимаю. Да это не нормально. Мне нужно спешить. До свидания. До свидания. Алло, Вер.
Слушай, мне нужно помочь по кухне. Сегодня вечером. Нет, у меня Иван вечеринку устраивает. Алена, подожди, ты мне нужна. А что такое? Что-то не так с документами? Нет, что-то не так с моим сердцем. Вот и сейчас. Видишь, бешено, как бьется при виде тебя. Ну, в таком случае, я думаю, что вам лучше сходить к кардиологу. А ты забавная. Слушай, может, тебя подвезти? Нет, спасибо, у меня вот. Своя. Понятно. У меня сегодня вечеринка намечается. Приходи, обещаю, будет весело. Вот адрес. Я подумаю. Ну, у меня просто были планы на вечер. Так отмени их. Уверяю тебя, я того стою. До встречи. До встречи. Значит, самый центр. Жанка, он сорвал мне свидание с Кириллом. Зато Кирилл теперь знает, что ты живешь с мужчиной. И что в этом хорошего? А то, что ты его заинтриговала. Ему наверняка стало интересно, чем ты так смогла увлечь другого самца. Конкуренция подстегивает. Марусь, слушай, притащи еще закуски, плиз. Здрасте. Здрасте. Эксплуататор. Маруся, у тебя что, проблемы со зрением или с ориентацией? Чего? Ты что, ослепла? Этот самец, в смысле, мужчина, и есть твой сосед? Вот за кого нам надо замуж. А вы, считай, уже живете вместе. Мира, Иван безответственный бабник. К тому же он совершенно не в моем вкусе. Этот красавчик не в твоем вкусе. Да, представь себе. И ты, между прочим, это знаешь. Потому что мне нравятся мужчины утонченные, с которыми можно поговорить о высоком. Ты с ним в постели что, собираешься под юный Эверест обсуждать? Вера... Знаешь, сколько женщин звонит ему в день на домашних? Он даже имен их не помнит, Вер. Хорошо. Может быть, он и не кандидат на мужья, но им тоже грех не воспользоваться. Фартук снимай. Ну-ка, секунду, ну-ка, будьте добры, повернитесь, пожалуйста, встаньте рядом. Девушка, прошу прощения. Улыбочку. Нет. Улыбочку, Маруся, у тебя, считай, новоселье. Да. Отлично. Спасибо. Ваня, извини, пожалуйста, Вера иногда бывает чересчур деятельной. Да ничего, все в порядке. Чересчур деятельной? Опять словое сток-шоу, что ли? Да. Вот опять, представляешь? Из ток-шоу. Слова. Поставишь на заставку своего ноутбука, пусть Кирилл увидит, приревнует, ему полезно будет. Ты думаешь, сработает? Гарантирую. Слушай, ну это как-то странно. Ты не хочешь выпить, не хочешь танцевать. Чем тогда я могу тебя заинтересовать? Даже не знаю. Ну, например, интеллект. Интересными книгами, но... Не похоже, чтобы у тебя была здесь библиотека? Почему же нет? Есть. Вон моя библиотека. Ну, давай посмотрим. Смотри. Достоевский. Угу. Отлично. Бернард Шоу. Замечательно. Гарри Поттер. Мило. Какая разносторонность. Я вообще яркая личность. А это кто?
А это Маруся, моя домовиха. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Кирилл Олегович. Уж не знаю, насколько оно доброе. Слышали? Третий курс отвратительно сдал тестирование. Это такой конфуз. Какая хорошая фотография. Правда? Мне тоже очень нравится. Вчера на вечеринке сделали. Однако, феерический молодой человек. Интересно, кто он? Ну, если судить по тому, как он обнимает Марусю, это ее, как вы там говорите, бойфренд. У Маруси? Я вас умоляю, Нелли Эдуардовна, звучит столь же неубедительно, как и слово «бойфренд» из ваших уст. Маруся, она вся в науке. Возможно. Но на ее студента он что-то не похож. Здорово, Мишаня. Ты что-то на вечеринку пропустил? Я тебя хотел с Марусей познакомить. А? Она вот как раз вчера и проектик на доработку вернули. Вот, блин, совсем из головы выпало. Ну, конечно. Зачем думать о том, что идет вразрез с твоими планами? Хочешь сказать, я эгоист? А что, нет? Друг, ну извини. Я исправлюсь. Клянусь. Что ты делаешь? Да ладно тебе. Слушай, ну я из-за этой Алены совсем вчера голову потерял. Мир? Мир. Значит, с Аленой все наладилось? Да не совсем. Крепкий орешек оказался. Но завтра мы идем на фотобиеннале. После этого мы едем ко мне пить чай. Поговорим про искусство. А там дальше глядишь того. Ну, понимаешь? Ты неисправим. Да, я в курсе. Тебе надо вызвать Кирилла на душевный разговор. Ну, где я это сделаю? У нас на кафедре всегда полно народу. Тебе нужно какое-то закрытое помещение. Что-то типа кладовки или лифта. Слушай, это же так романтично, если вы вдвоем застрянете в лифте. И, кстати, стрессовые ситуации всегда сближают. И доводят до развода. Женщина, у тебя курица горит. Ой, боже мой. Ну, послушайте, чтобы в лифте застрять, его надо сломать. Да можно и не ломать. Можно заблокировать комбинации кнопок. Ты понимаешь теперь, почему я за Арсения замуж вышла? Ведь он не просто электрик. Он у меня бог электричества. Так, ну-ка давай свою комбинацию. Это сработает только если лифт современный. Современный. Поменяли чуть больше месяца назад в институте. И дома такие же лифты. То есть я могу потренироваться в подъезде. О чем я только думаю? Я не могу поверить, что я об этом думаю. Вот отлично. Репетиция никогда не будет лишней. Спасибо, Сень. Сейчас, подожди. Ага. Так, сейчас. Придержи. Подожди, что ты делаешь? Твою мать, сходил на биеннале. У тебя телефон ловит? Нет, похоже. Блин, Марусь, могла же без меня уехать, а? Чего? Я еще виновата? Ну а кто? Не я же. Я, между прочим, из-за тебя на свидание с шикарной девушкой опаздываю. Да это ты тут нажимал кнопки. А я опаздываю на свидание с шикарным парнем. Ты? С парнем? Да кому ты нужна, я тебя умоляю. На свидание она опаздывает. Помогите! Не, Марусь, слушай, я не то хотел сказать. Ну, просто... Нет.
Ну, понятно все. Чего на меня внимание обращать? Кто я такая? Всего лишь домовиха? Мороз. Ты что, обиделась? Да ладно тебе. Да я же просто дурачок. Просто дурак. Ну? Слушай, хочешь, я сегодня ужин приготовлю? На две персоны? Сам. Пожалуйста, не надо. Почему? Дожить еще хочу. Ну, я понимаю, из меня повар никудышный, но не настолько же. Ой, какая же я неудачница. Я даже в лифте не могу нормально застрять. Блин, он что, издевается? Отлично, доигнорировалась. Не сработало. Если остальные способы не действуют, отлично. Купите мужские тапочки. Причем здесь тапочки? Так, наденьте красные трусики. Ну, это уже более реалистично. Проявите терпение, сделайте вид, что вам безразлично его невнимание. Угу. Мне 15 лет было, когда мама умерла. Папа ее очень любил. Очень. Поэтому, наверное, и пытался всегда найти ей замену. 4 раза был женат, представляешь? 4. И все по любви? Да какой там по любви? Все красивые, расчетливые, холодные. Каждый развод в копеечку влетал. Когда у него появилась первая жена, я устроился на работу и ушел из дома. Жены менялись, а домой вернуться так и не хотелось. Сейчас еще раз женился, представляешь? Угу. Я даже имя новой мальчики не знаю, нормально? Ладно, чё мы все обо мне, да обо мне. Давай я тебе. Рассказывай, что ты, как ты. Почему до сих пор не замужем? Да не знаю, как-то не сложилось. Нет, я хочу, конечно, семью, детей там. Родителей рано не стало. Я все время была одна после этого. Потом в Москву переехала, ну и скиталась здесь по съемным квартирам. Ты не говорила, что сирота. Ну, ты не спрашивал. О, неужели? Отлично. А знаешь, домовиха, а мне понравилось с тобой застревать в лифте. А вот я бы на твоем месте не использовала это слово. Потому что я тебя готовлю, не забывай. Ой, боюсь, боюсь. Ну что думаешь, прокатит? Схема коммуникации или букет? И то, и другое. Время покажет. А над схемой я бы немного поработал бы вот здесь. Всем доброе утро. Доброе. Я принесла уточнение по проекту. Я... Ты на меня не обиделся? Обиделся? За что? За то, что не пришла на свидание. Я просто засиделась у подруги и пыталась тебя предупредить, но ты был вне зоны доступа. А я тебе весь вечер звонил, ты не брала, думал, ты обиделась. А, кстати, это тебе. Спасибо. Так мило. А обиделась на что? Да неважно. Слушай, у меня есть 2 билета в Большой театр. Может, сходим? Я подумаю. Подумаю.
Никогда не знаешь, чего от них ждать. Если тебе не нравится идея с лифтом, давай что-нибудь другое придумаем. Ой, боже мой. Будь здорова. Ага, спасибо. Вот если бы Кирилл простыл, и ты бы за ним ухаживала, а? Мужики, они такие чувствительные во время болезни. Вон, мой Сеня каждый раз при гриппе норовит завещание составить. Честно. Ну, ты предлагаешь мне Кирилла заразить. А что, зря, что ли, заболела? Пусть мои бациллы пойдут в дело. Нет, это исключено, это уже перебор. Ну, как знаешь, мое дело предложить. Тогда остается классика. Наряжаешься, изображаешь дуру. Хотя не выйдет, он же знает, что ты умная. Ну, тогда не знаю, надо думать. Ну, будем думать. В аптеку сходил, куриный бульон поставил вариться. Чаек из трав заварил. Спасибо. А как ты бульон поставил вариться? Ты же готовить не умеешь. А что ты могу готовить? Курицу взял, бросил в воду, посолил и готово. Не такой уж я и безнадежный. А пока мы проведем время с пользой. Мультики любишь? Угу. Так. Хуй, какой? Тебе удобно? Ну да. Не боишься заразиться? Зараза к заразе не липнет. У меня знаешь, какой мультик? Железобетонный. Если есть такой тебя купец, то на что мне эта худая жена? Маловато будет. Прошу знакомиться, моя половина. Усатая жена, что? А при такой длине тебе, наверное, хоромы нужны. Вот. Извини, я на минутку. Привет. Давно не слышались? Хорошо. Договорились. Пока. Что-то случилось? Да нет, так. Одну проблему нужно уладить. Совсем не изменился. А вот ты как раз изменилась. Да, не зря мне отец тебя нахваливал. Женец предлагал. Вот-вот. У меня родители все уши прожужжали с этим браком. Они с твоим отцом мечтают объединить бизнес за наш счет. Ты же понимаешь, что это бред. Понимаю, полный бред. Все равно, что на сестре жениться. Ладно, что делать будем? Ты меня спрашиваешь? Угу. Ваня, я тебя с детства знаю. Ты всегда что-нибудь придумывал. Нужно уже закрыть эту тему. А если мне твоих родителей познакомить со своей невестой? Это прокатит? Теоретически, да. Папа в вопросах брака архаичен, и для него парень с невестой приравнивается к женатому. То, что надо. Чтобы привлечь мужчину в дом, купите удобные мужские тапочки. Тапочки? Тапочки есть. Затем трижды ударьте ими о пол и произнесите. Жених мимо не пройдет, в дом войдет, в жены возьмет. Жених мимо не пройдет, в дом войдет, в жены возьмет. Жених мимо не пройдет, в дом войдет, в жены возьмет. Так, поехали. Так.
их мимо не пройдет, в дом войдет, в жены возьмет. Жених мимо не пройдет, в дом войдет, в жены возьмет. Алена, ты дома? Привет, у тебя там дверь была нараспашку? Я вообще-то заехал спросить, у тебя есть какие-то планы на завтрашний вечер? Твою мать! Сработало! Да Ивану просто моя стряпня надоела. Вот он и позвал меня в ресторан. Ой, Верунь, давай попозже созвонимся. Угу, хорошо. Маруся, у меня на сегодня совершенно случайно оказался лишний билетик в кино. Если хотите, можем вместе сходить. Вдвоем в кино? Это просто чудесно. Это так не вовремя. Как не вовремя? Да вы понимаете, меня сегодня пригласили в ресторан. Ну, стол заказан, я просто не могу отказаться. У нас не получится в другой раз? Конечно, без проблем. Ой, спасибо. Вы знаете, я очень тороплюсь. До свидания. Что с ней происходит? Подозреваю, любовь. А что вы так удивляетесь, молодой человек? Красивая, умная, свободная. Этого и следовало ожидать. Вы хотите поговорить об этом? Ты думаешь, что парное свидание – это хорошая идея? Ну, а чего такого? Познакомьтесь с Марусей в непринужденной обстановке. Заодно я двух зайцев одним выстрелом убью. Каких зайцев? Неважно. Маруся! Марусь, да ты красавица! Спасибо. Знакомься, мой друг Михаил. Здрасте, очень приятно. Взаимно. Иван рассказывал, что вы вместе работаете. Слушайте, Алена опаздывает, поэтому предлагаю начать без нее. Спасибо. Вань! А что ты здесь делаешь? Привет. Мам, пап, посмотрите, кто здесь! Здравствуйте. Здравствуйте. Алена еще не пришла. Придумай что-нибудь, ты же гений. Я в курсе. Познакомьтесь, это Соня, моя подруга детства. А это Михаил, мой друг и коллега. Здрасте, очень приятно. А это Маруся. Маруся. Очень приятно. Так идите все к нам. Все вместе, за наш стол. Идите. Ага. Сергей Матвеевич. Алла Ильинична. Очень рад вас видеть. Здрасте. Знакомьтесь, это мой коллега Михаил. Здрасте, очень приятно. А это Маруся. Моя невеста. Сонечка. С ума сошел? Какая тебе невеста? Я тебя умоляю, выручай. Пожалуйста. Климов
компаньон моего отца. Он хочет женить меня на своей дочери. А мы с Соней решили познакомить его с моей невестой. Тогда он точно от меня отстанет. Ну, кто знал, что Алена опоздает? И при чем тут я? Да при том, я не хочу жениться. И Соня тоже. А Климов непредсказуемый, самовлюбленный мужик. Откажу его дочери, отыграется на моем отце. Я хоть и в конфликте с моим отцом, но проблем ему не желаю. Не понимаю. Почему Игорь не сказал нам о свадьбе сына? Да я думаю, он просто сам не знает еще об этом. Иван же только вчера сделал предложение Марусе. Я тебе бульон варил, когда ты при смерти лежал. Что? Я не была при смерти. Хорошо. Хорошо, не хочешь помогать, не надо. Женюсь на Соне, тогда тебе точно съехать придется. Не жаль. Ваня, вот это шантаж. Лично я за Ваню очень рада. По-моему, Маруся очень хорошая девушка. Вы согласны со мной, Михаил? Да. Маруся замечательная. Марусечка, уродненько, спасай. Надо было с этого начинать, Ваня. А что мы будем делать с Аленой? С Аленой я решу. А вы давно знаете Ивана? Да лет 100 уже. Мы столько проектов вместе сделали. Он придумывает, а я конструктив просчитываю. Mm. Прошу прощения, что задержались. Маруся. Уже заказали? Да. Осмелилась на себя взять выбор блюд. Последнее время мы придерживаемся исключительно здорового питания. Это чудесно. Мы вот с Марусей тоже стараемся правильно питаться. Миша, а ты не забыл, что тебе нужно встречать Алену? Это девушка Михаила. Она сегодня прилетает. А, точно, забыл. Спасибо, что напомнил. Не за что. Извините, до свидания. Приятно было познакомиться. Мне тоже. Простите, пожалуйста. А ты что здесь делаешь? Ваня просил передать, что ужина не будет. Ну, его срочно на работу вызвали, а телефон сел. Смешная шутка. Ты не шутишь. Отлично. А хочешь? Хочешь, сходим куда-нибудь? Я угощаю. Нет, спасибо, у меня аппетит пропал. Нет, ты считаешь, это нормально, а? Сначала приглашает, а потом один. Я 3 часа в салоне красоты провела. Я так не считаю. И если честно, Ален, мне это нравится не больше, чем тебе. Тебя сейчас спрашивали. Низкокалорийная, диетическая, рекомендуем. Да, рекомендуем. Вань, может, сразу добавку закажем? Соня, ну не зви. А Михаил давно встречается с Аленой? Симпатичный парень. Не знал, что тебе нравится такой типаж. А вы знаете, Соня, а Михаил с Аленой больше не встречаются. Они недавно расстались. Ну, остались друзьями. Михаил замечательный человек. А я правильно понял, вы работаете в пирожковой? Да-да, именно так. Ну что ж, если не брать в расчет, что пироги яд для организма. Скажите, Маруся, а вы не задумывались никогда о высшем образовании? Мне, как преподавателю университета, интересна мотивация молодежи, которая ну никак не хочет дальше развиваться. Мам. Ну что? Мне кажется, твоя формулировка несколько некорректна. Да что я такого сказала? Между прочим, у нашей Сонечки 2 высших. Маруся очень умная. И нехватку образования она... Как сказал Джон Хиббин, образование есть всего лишь навсего умение правильно действовать в любых житейских ситуациях.
А этому, я так понимаю, учат в университете под названием «Жизнь». Вы знакомы с трудами Джона Хиббена? Джон Хиббен? Марусь, ты где его откопала? Даже я не знаю, кто это. А в соцсетях еще не такой нарожь. Соня мне очень понравилась, такая милая. Зря ты от нее бегаешь. Ничего от нее не бегаю. Мы с Соней знакомы с пеленок. Поверь мне, у нас не было тысячи вариантов, но влечение друг к другу мы так никогда и не испытывали. Поэтому просто остались хорошими друзьями. Соня просто не мой типаж. А слабо в человека влюбиться, а не в типаж. Ты слишком умная для сотрудницы Пирожковой. А ты иногда бываешь глуповат для архитектора. Ладно. Слушай, кстати, о пирожках. Как насчет того, чтобы поужинать? Неправильная, но очень вкусная пища. А то этой травы не найдется. Если честно, я тоже. Да? Давай тогда я тебя отведу в свой любимый секретный ресторанчик. Почему секретный? Да потому что я еще ни одну девушку туда не приводил. Будешь первым? Хорошо. Пойдем, здесь недалеко. Я не понимаю, почему ты не водишь сюда подруг? Это же шедевр. Антураж не тот. На женщин нужно производить впечатление. Ресторан, свечи, музыка. Ну меня же ты привел. Ты не женщина, ты друг. С тобой можно быть самим собой. Мы будем считать, что это комплимент. Ты, кстати, Михаилу очень понравился. Сводничаешь? Лоббирую интерес. Неприятно, конечно. Но, по-моему, Михаил понравился Соне. К тому же мне нравится другой. Марусь, ты извини, но я... Нет, ты только не обижайся. Вань, вот в этом главная твоя проблема. Ты всегда в первую очередь думаешь о себе. Мне нравится Кирилл. Посетитель нашей пирожковой. Ну, он приходит к нам. Тогда почему ты не с ним? Он что, женат, что ли? Я не его типаж. В этом вы с ним похожи. Слушай, а хочешь, я помогу тебе заарканить его? Интересно, как? Дам парочку денег советов. Ну-ка. Например, игнорирую. Ну, чем меньше обращаешь на него внимания, тем больше зацепишь. То есть, как бы, чем меньше женщину мы любим. Вот, да-да-да. Угу, только наоборот. Да, типа того. Опять в соцсети? Бери выше, школьная программа. Оказывается, и Пышке могут быть секси. Ты что-то сказал? Ничего. Я пойду завтра на работу рано. А. Это платье лучше всех. Спасибо.
плюс 5. Нельзя так использовать людей. Они живые. У них есть свои дела, сердце. Ты всех нас подставил. Друг называется. Миш, ну я уже 10 раз извинился. Ну что мне сделать? Ну хочешь, я на колени перед тобой встану? А толку? Для тебя извиниться все равно, что чихнуть. А, еще я Марусю про тебя спросил. Извини, друг, ей нравится другой. Это не я. Ну, этого надо было ожидать. Ты бы еще дольше собирался бы нас познакомить. Но у меня кое-что есть для тебя. Я тебе сейчас один контакт скину. Какой контакт? Номер телефона Сони. Она про тебя весь вечер спрашивала. Ты ей понравился? Ты с ума сошел? Соня, вон какая крутая. Такие, как она, с таким, как я. Никогда. Слушай, хватит ныть. Рискни. Кто не рискует, тот не. Ты точно придурок. Я в курсе. Здравствуйте. Здравствуйте. Маруся, прекрасно выглядите. Может быть, перейдем на «ты»? Давно хотел предложить. Почему бы и нет? Сегодня планировал посетить музей современного искусства. Составишь компанию? Я подумаю. Ивана нет? Отлично. Передашь ему. Алена, слушай, я как раз тебя ищу. Я извиниться хотел. Но я правда не виноват. Заказчики попросили о срочной доработке проекта. Ну что мне оставалось делать? И я бы хотел бы загладить свою вину и пригласить тебя на ужин. Хорошо. Я дам тебе еще один шанс. Но в качестве исключения. Лучше бы ты и правда в невесты выбрал Марусю. Нет, ну Алена, конечно, красивая. Но жениться надо на таких, как Маруся. Чтоб и в горе, и в радости. Алена, конечно, радость с собой разделит, а вот горе... Не думаю. Ты спятил. Я и Маруся. Ты мужчина, Маруся женщина. Не вижу ничего противоестественного. Действительно, ничего противоестественного. Легко на помине. Да, Маруся? Что? Как, уже на свидание пригласил? Да, сам разогрею котлеты, не проблема. Угу. Пока. Дал пару советов, называется. Это все настолько экстраординарно захватывающе. А когда я впервые попал на эту выставку, меня сразу же абсолютно поразила именно вот эта композиция. Чистое искусство. Форма ради формы. Ну как же содержание? Содержание – это прошлый век. Второй план. Главное – открыться навстречу этой незнакомой эмоции и почувствовать глубину эстетики этих нестандартных, прерывистых форм. Маруся? Маруся? Ты где? Я задумалась о важности форм. И это правильно. Когда я смотрю на эти работы, меня поражает глубина работы подсознания создателя.
Я уже 20 минут жду тебя в фойе. Прости, я задумался. Интересно, о ком? Ну как? О работе. Я тебе говорил, у меня срочная доработка проекта. Идем? Пойдем. Привет. Доброе утро. Как свидание вчера прошло? Советы помогли? Да, отчасти. Ну, то есть... Да нет, было такое скучное свидание, на самом деле. Шашлычный был гораздо веселей. Знаешь, Марусь, я тут подумал, может быть... Ты ждешь кого-то? В такую рань. Папа? Привет, сын. Ты что здесь делаешь? Ну, пытаюсь познакомиться со своей будущей невесткой. Почему я от чужих людей должен узнавать, что мой единственный сын наконец-то женится? Ты считаешь это нормально? А, Климовы. Климовы? Ну что, будешь нас в дверях держать или пригласишь войти? Да, конечно. Познакомьтесь. Это Маруся. Моя невеста. Это мой отец Игорь Петрович и его жена... Лиза. Лиза. Простите, забыл, как ваше имя. Очень приятно, Маруся. Игорь Петрович, дело в том, что я... Понимаю, вы не одеты. Да. Я ничего не видел. Да, мы... Простите нас, мы буквально на минутку. Да. Проходите. Хорошо. Это уже не смешно. Еще немного, и вся Москва будет считать меня твоей невестой. Марусь, пожалуйста, последний раз. Если отец узнает, что я наврал Климовым, будет скандал, да еще и при новой мачехе. И, кстати, в этом виновата будешь ты. Я? Ну, знаешь... Марусь, пожалуйста. Я полы подумал. Сам целую неделю. Вань, ну нельзя врать так много. Рано или поздно правда все равно вскроется. Знаешь, пусть лучше поздно, чем сейчас. Ну чего, ты никогда никому не врала? Один раз, пожалуйста. Ребят, у вас так уютно. Да, Вань, честно говоря, не ожидал, что у тебя хватит ума найти такую замечательную невесту. Марусь, а вы кем работаете? Пирожковой. Но на следующий год Маруся собирается поступать на психологический факультет. Она у меня очень умная и начитанная. Может быть, надо помочь? Есть связи, могу устроить на подготовительные курсы в МГУ. Нет, спасибо. Сама хочу попробовать свои силы. Да, она у меня целеустремленная. Вань, ну ты знаешь, что несмотря на все наши разногласия, я тебя очень люблю. И я надеюсь, что ты наконец обретешь свое счастье рядом с очаровательной Марусей. Спасибо, пап. Спасибо, Марусь, все было очень вкусно. Здоровья. Можно полотенчик? Спасибо. Просто. Если честно, я Ваньку давно таким счастливым не видел. Знаешь, как отец я-то... Игорь Петрович, вы не должны мне все это... Ну, не перебивай старших. Ты пойми, Ванька у меня хороший. Правда. Ну, а то, что от ЗАГСа бегает, в этом частично и моя вина. Лиза у меня четвертая жена. Мне до этого очень везло в бизнесе, но совершенно не везло в любви. Я даже не знаю, что вам сказать. Да ничего не говори. Просто люби его, и все. Просто люби. Договорились? Вы кардиолог? Кандидат медицинских наук. Это что-то новенькое. Просто после мамы предел папиных жен было неохоченное выше. Слушайте, где он вас нашел?
больнице. Я наблюдала Игоря, когда он к нам с сердечным приступом поступил. Как с приступом? Я не знала. А почему он мне не позвонил? Ну, наверное, не хотел беспокоить. Я так поняла, вы не часто созваниваетесь? Не часто. Приятно было познакомиться, Марусь. И мне, Лиза. Ну что, ждем у нас на даче на выходных? Очень приятно, Марусь. Игорь Петрович. До встречи, папа. Спасибо, что заехали. До свидания, Лиза. До свидания, Иван. Ну и как там насчет внуков? Не затягиваете? Я жду. Заказ принят, пап. Пока. 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 Ну и что это было? В образ вошел. Угу. Готовься из него выходить. Потому что я врать твоей семье больше не буду. И на какую дачу не поеду. Маруся. Это не обсуждается, Вань. Миш, проверь еще раз, пожалуйста, систему коммуникации. Но нам не нужны неприятные сюрпризы на объекте. Давай. Давай, спасибо. Вань, я тут подумала, зачем тебе эта домовиха, если у тебя есть я? Ну, просто это немножко странно, встречаться с одной девушкой, жить с другой. Предлагаешь себя на ее место? Ну, разве ты сам этого не хотел бы? Ален, прости, я не могу. Марусе некуда идти. Что значит некуда идти? Подселиться к другому мужику. Поверь мне, такие, как это Маруся. Алена, давай закроем тему. Маруся остается. Отлично. То есть, выбирая между мной и этой жирной домовихой, ты выбираешь... Марусю. И она не жирная. И не домовиха. Прекрасно. Замечательно. Вот и развлекайся со своей нежирной домовихой. А знаешь что? А ты сходи с ней в клуб, в ресторан или в театр. О, народ оценит! Дебил. Вер. Верочка, я забралась. Окончательно, бесповоротно я запуталась во всем. В себе, в людях, в чувствах. Ты хочешь поговорить об этом? Да. Угу. Пиши. Мне больше не нравится Кирилл. Хм. Этого и следовало ожидать. Все познается в сравнении, дорогая, когда такой мужчина рядом, как Иван. Вера, ты не понимаешь, Кирилл был моим идеалом. Ничего страшного. Вспомни азы психологии. Идеализированные образы всегда разбиваются о прозу жизни. Он мне стал сниться. Кто, Кирилл? Иван. Это уже интересно. И чем вы во сне занимаетесь? Пироги едим. Как сказал бы Фрейд, это к детям. Не надо Фрейда, Вера. И Юнга не надо, и Берна. Мне без них тошно. Я больше не хочу ему врать, Вер. Ну, так и не надо. Возьми и честно все расскажи. О себе и о своих чувствах. Я считаю, что он все поймет. Это правильно. Вот я с тобой согласна. Я обязательно ему все расскажу про пироги и про... Я сейчас перееду, перевезу вещи... Марусь, ты же понимаешь, что бегством проблему не решить. Вер, я не хочу его терять. Я... Иван, он такой... Маруська, ты что, влюбилась? Ты уходишь или остаешься? Что? Перестань убиваться из-за этой Алены. Обложка, конечно, красивая, но в остальном... Да не в Алене дело. Миша, я, кажется, влюбился. Марусю. Так она же не твой типаж. Ай, не добивай, так тошно. Я для него всего лишь навсего друг. Нет, кому расскажешь, не поверит. Я не в ее вкусе. А ты с ней говорил об этом? Зачем? Чтобы услышать, что я и так знаю? Зря. Как однажды мне сказал мой лучший друг, кто не рискует, тот не. Да ну тебя.
Марусь, я давно тебе хотел сказать, в моей жизни было много женщин, но ты... Ты особенная. Рядом с тобой я могу чувствовать себя самим собой. И я... Как прошел день? Дурдом. Столько курс... Столько кур пришлось разделать. Курники делали. А Кирилл, я так понимаю, помогал? А при чем тут Кирилл? Ну, я видел, как он тебя провожал. Ну да, он помог сумки донести. Что, противозаконно? Да нет, просто слишком странно этот Кирилл. Очень дорогой костюмчик для посетителя Пирожкова. А у нас в Пирожковой дресс-кода нет. Хочешь в костюме приходи, хочешь в трусах. Всех накормим пирогами, лишь бы деньги платили. Вот в этом вы все женщины. Вам все равно, кого кормить. Ты чего, Вань, ревнуешь, что ли? Кто я? Ревную? Кого и кому? Просто не хочу быть рогатым. Ты не забывай, ты изображаешь мою невесту. Перед кем? Твоя семья уже уехала. Я абсолютно свободная женщина. О, прекрасно. А я абсолютно свободный мужчина. И делаю все, что хочу. А сейчас пойду в клуб, позажигаю с девчонками. Не вопрос вообще. Да флаг в руки! Я смотрю, ты веселишься. Да. Мне тоже очень весело. Как поживает твоя дома... Прости, Маруся. Понятно. Она тебя отвергла, и ты из-за нее страдаешь, да? Вот только из-за пончика из Пирожкова я еще не страдал. Налей-ка нам еще. Мишань, вот не поверишь. Я свободный мужик. Делаю, что хочу, когда хочу. А домой идти боюсь. Я не знаю, как Марусе в глаза посмотреть. Ей вчера столько гадостей наговорил. Еще и дома не ночевал. Здесь спал, да? А что, незаметно? А ты же хотел ей признаться. Да, хотел. Но только тогда, когда увидел ее с этим утюком бородатым, так меня и понесло. Что теперь делать, я не знаю. Покупать цветы и идти домой с повинной. И что, поможет? Уверен. Иду, иду. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. А Ивана нет. А я не к Ивану. Я к тебе. Ты знаешь, мы вчера с Ваней так душевно пообщались в клубе. Показать? Смотри.
маленькая. Прости, Маруся. Понятно. Она тебя отвергла, и ты теперь из-за нее страдаешь, да? Вот только из-за пончика, из пирожков я еще не страдал. Налей-ка нам вот еще. Как-то так. Я тебе видео перекину, хорошо? Чтоб ты свое место не забывала. Пончик. Пока. Да, проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Здрасте. А где у вас раздел психологии? Вот стендик психологии, пожалуйста, проходите. Спасибо. Я съезжаю. Мне это все надоело. Ищи себе другую домовиху. А что надоело? Врать? Конечно, кандидату психологических наук, наверное, не комильфо жить под одной крышей с обычным архитектором. Не хочешь ничего объяснить? Верен муж завтра заберет остальные вещи. Я требую объяснений. Хорошо. Мне нужна была комната около работы. Денег на аренду не было, и тут твое дурацкое объявление. Рядом с работой? Да. Университет. Отличная пирожковая. Еще что-то? Да, я хочу выяснить наши отношения. Да нет у нас никаких отношений! Ты мачо, который оценивает женщин только по их внешним формам. Иди вон к своей Алене, с ней выясняй отношения. А я пончик из пирожковой. Оставь нас домових в покое. Да что ты все заладила? Домовихи да домовихи. И при чем здесь Алена? Ты теперь из-за нее страдаешь, да? Вот только из-за пончика, из пирожковой я еще не страдал. Мало ли, что я наговорил с пьяным. Вот-вот, в этом ты весь. Делай, что хочешь, а потом думаешь, что тебе все с рук сойдет. Бездушный пижон. Квартирная аферистка. Инфантильный, безответственный, закомплексованный эгоцентрик. Что? Это я-то закомплексован? Да, ты! Обвиняешь отца во всех своих неудачах, а сам сидишь тут со своими детскими комплексами, нянькаешься. Брак не уважаешь? Ну, конечно, так я и поверила. Ты просто ответственности боишься, взрослеть не хочешь. Инфантил. Да, и это мне говорит лгунья с фригидным сердцем. Всего хорошего. До свидания. Я без приглашения, просто я соскучилась. Mm. А я смотрю, ты избавился от своей домовихи. Да, твоими стараниями. А ты зачем показала Марусе видео? Ну, какое это уже имеет значение? Я, знаешь, что подумала? Mm. Я хочу дать нам еще один шанс. А я... Нет. Пусти! Смею, это моя квартира, я тебя сюда не приглашу. Из-за этой жирной дуры, что ты мне нашел! Опа! Что я в ней нашел? То, что не нашел в тебе. Любовь, заботу, доброту. Дальше перечислять? Да пошел ты! Пошел ты! Идеалист хренов! Ага.
Я в курсе. Психованная! Дурак! Папа? Ну что, я так понимаю, что Маруся ушла? Вот пойдем. Добрый вечер. Добрый-добрый. Я вам так скажу, коллеги, увлекательнейшая все-таки эта штука соцсети. Здесь столько разнообразных психов. Хоть еще одну докторскую пиши. Как прошел зачет у вечерников? Нормально. Обошлось без пересдач. Это в честь чего? Маруся, я тут подумал, мы с тобой коллеги, давно друг друга знаем. У нас схожий интеллектуальный уровень, а это немаловажно в данной ситуации. Я решил, ты мне подходишь. Нам можно начать встречаться. Впрочем, зачем мне соцсети? Кирилл, извини, но ты мне не подходишь. Почему? Потому что ты самовлюбленный нарцисс, который кроме себя и своих желаний ничего не видит. Ну, знаешь, это уже слишком. Зачем я так в лоб? Ничего-ничего, деточка. Шоковая терапия иногда бывает полезна. Особенно таким павлинам, как Кирилл. Без Маруси, папа, у меня полный бардак. И на кухне, и в жизни. Я запутался. Ну, если любишь, не отпускай. Понимаешь, Ваньку, брак — это сплошные компромиссы и умение прощать. Это я только сейчас начинаю понимать. Но она меня обманула. Она ошиблась. Ошиблась. Все ошибаются. Мы с тобой тоже не исключение. Все. Хватит меня всего этого. Все эти советы, все эти журналы дурацкие, все это хваленые психология. Помойку. Что это со мной постоянно? Господи! Девушка, вы извините, что я вас отвлекаю. А зачем вы это делаете? Вам-то что? Просто я пишу в некоторые из этих журналов. Что, так плохо? Мне? Мне? Ну, мне просто! Нет, пишу. Как раз-таки хорошо. Только в жизни так не бывает. Так что... бросайте вы это занятие. Да, может быть, вы и правы. Хотите шоколадку? Давайте. Кстати,
пишут, что способствует выработке гормона счастья и радости. Угощайтесь. Вот и проверю. Вкусно. Кажется, помогает. Марусь! Привет. Привет. Я извиниться хотел. Я не должен был тебя оскорблять, даже выпив. Ты сказал, что думаешь. Ладно, проехали. Нет, не проехали. Я как раз не думал, что говорю. Я злился, потому что люблю тебя. Вань, ты себя любишь, а не меня. Это, в общем-то, твое право. Я сама тебе наврала. Этого не надо было делать. Я зря. Прости меня. Марусь, пожалуйста, вернись там. Мне, правда, тебя очень не хватает. Пожалуйста. Вань, ну у нас ничего не получится. Мы разные. Мы не пара. Я не твой типаж. Ты сам сказал. Да слушай, мало ли что я нес, Ду. Я прошу тебя, дай мне шанс. Нет, дай нам шанс. Я знаю, я у тебя не путевый, я много что не умею делать. Мне пора на лекцию. Марусь, да какая лекция? А как же мы? Маруся. Да нет нас, никаких нас нет. Никогда не было. Вань, нельзя войти в окно третьего этажа, как будто бы это дверь. Да мало ли что сказала обиженная женщина. За любовь, Ваня, надо бороться. Кто бы говорил. Всем привет. О, привет, Сонь. Ты чего здесь делаешь? А я, Ванечка, не к тебе. Мы обедать. Не скучай. Кстати, спорное заявление, что в окно третьего этажа нельзя войти, как в дверь. Марусенька, что такое? Я такая дура, Нелли Эдуардовна. Я его прогнала, а он гордый не вернется. Но зачем же вы так сразу решаете за другого человека? Может, не такой уж он и гордый. Может, и вернется. Нет, не вернется. Ну и правда, зачем я ему такая проблемная нужна? А это, Марусенька, вы сами у него спросите. Ты чего, Вань, с ума сошел? Здрасте. Так кто там сказал, что нельзя войти в окно третьего этажа, представь, что это дверь. Особенно, когда у тебя в компании есть строительный кран. Марусь, выходи за меня. Так как я тебя все равно любить никто не сможет. Отказ не принимается.